Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму малиновый компот по самому простому и быстрому рецепту. Это мой любимый способ. Делается все с минимальной затратой времени. Варить и стерилизовать ничего не нужно. Кстати, заготавливать компот на зиму таким методом можно не только из малины, но и из любых других ягод. Сначала взвешиваем малину и сахар. Из расчета на 1 литровую банку 200 грамм ягод и 100 грамм сахарного песка. Все необходимые ингредиенты и их количество можно посмотреть в описании под видео. Дальше стерилизуем нужное число банок и крышек. Банки я обычно стерилизую в духовке 7-8 минут при температуре 100 градусов. А крышки заливаю на 3 минуты кипятком, а затем даю высохнуть. Теперь раскладываем по стерильным банкам малину. Засыпаем сахар. И заливаем доверху крутым кипятком. Чтобы банки не лопнули, кипяток льем постепенно, небольшими порциями. Сразу накрываем банки стерильными крышками и закатываем. После чего каждую банку хорошо встряхиваем, чтобы растворился сахар. И переворачиваем вверх дном. Осматриваем на предмет подтекания. А затем накрываем чем-то теплым. И оставляем в таком состоянии не меньше, чем на сутки, до полного остывания. Вот и все. Малиновый компот на зиму готов. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.